Crash site is now a restricted area. Has the sea ever been so clean? Take a dip in our cordon saltwater pool for up to 20 minutes without any side effects.
continues to be a major deposit. Sharks, dolphins, and octopi, see them all at the Lost Ocean Exhibition. So real, you won't even notice. Looking for work? Help us build the city. Help us build the future. Discover Pacific's mind-blowing water park. Slides, more slides, the biggest wave pool on the West Coast. Coming soon in 2079. Grand Imperial Mall.
Заблудился по дороге в детский сад? Thank you.
вам тебя! Вали отсюда! Это наша территория! Давай! Ну давай! Ладно, ладно! Взять его!
Лисы нет, тварь! Thank you.
Кончились. Я тебе башку раскрою, сука! Концерты лучших групп с участием самых популярных айдолов этого года и кулинарных мастер-классов. Спонсором фестиваля выступит корпорация «Арасак», которую я хотел бы поблагодарить лично. Аригато гозаймас. Другим новостям. Число бездомных в Найт-Сити выросло на 300%.
рвать его на куски! Долбаный! Подстрелил, падлу! Ugh.
You made me a wealthier man, V. You raised the animals' hackles, too. Kudos. I respect those who make an impression. In the event of more work, I'll know the number to call. Contract closed. Обрести покой, если тебя все время сторожит демон. Созерцание подобно мгновению покоя в эпицентре урагана. Ты растворяешься. Ничто не связывает тебя с миром. Ты теряешь связь с собой. Тебе нужно очиститься, восстановить равновесие. Это что, рот? Ты всегда... Ну ладно. А медитации... Типа дзен и все такое. Именно так. Ладно. В городе ты теряешь металл, бетон. Ну да. Иногда нужно... Все. Ты... Погоди, мне... Душевный... Вся... А можно как? Нельзя. Чего? Я... Просто. Заплати. В таком случае давай мне его бесплатно. Ты же делаешь это не ради денег. Хорошо. Основы медитации. Приступим. Это медитация, дух.
Ты где? Да уж, классный трюк. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть. Я подумываю.
Я подумаю.
Thank you.
чего? Кто-то понравился? Нет, здесь... Ты ебанутый, нет? Какой смешной дядька! Я вас не звал! Ордера нет, идите нахуй! Хорош выебываться! Открывай! Мы пришли сюда как коллеги. Решили тебя навестить. Давно тебя не видно, мы переживаем. Переживайте в другом месте. Ну и мудак же ты, Мендес. А, то есть я еще виноват? Это он заперся в доме и нагнетает вокруг себя драму? Он потерял друга. Разве можно его винить? Не он первый, не он последний. Это жизнь. В чем дело? Я живу этажом выше. Вот и живи себе. Не лезь не в свое дело. Заткнись, Мендес. С соседями надо поговорить. Могу вам помочь? Возможно. Ты Барри знаешь? Ну так. Здороваемся иногда. Он друг наш, служили вместе. Недавно вот уволился. Ушел, когда потерял лучшего друга. Вот боимся, как бы глупости не наделал. Расслабься ты, Петрова. У Барри стальные нервы. Просто он злобный старый хрен. Мендес! Может, проведаешь его, когда он успокоится? Ладно, почему нет? Мы все равно рядом живем. Спасибо. Только будь терпимей. Он бывший коп в депрессии. С ним непросто. Сделаю, что смогу. Эй, Барри, у тебя там все нормально? Барри, я ничего не перепутал? Ну кто там? Это я, Ви! Сосед твой сверху, помнишь? На днях про машины трепались. Ты нахваливал Миджутани Сион, а я сказал, что это говно для позеров. Ну помню. Тебя, козла, забудешь. Ты на меня так посмотрел, что мне захотелось в пустошах сныкаться. Помню, да. Чего тебе? Да так, поболтать зашел. Говорят, ты совсем из дома не выходишь. Догадываюсь, почему. Мне знаком этот взгляд. Слишком часто он бывает у людей вроде нас. Вроде нас? На копа-то не похож. Друзей теряют не только копы. В моем деле мы тоже все под смертью ходим. Привыкнуть, конечно, можно, но тут уходит кто-то очень близкий. У тебя тоже? Отдайся инстинктам! Заходи. Я тоже потерял друга. Самого близкого и самого лучшего. В смысле тоже? А, это ты про Эндрю. То есть они тебе сказали... Он был мой самый близкий, самый старый друг. Он всегда готов был меня выслушать. Как вижу, в полиции Найт-Сити все та же жопа, что и была. Один раз типчик из Мальстрёма прямо
у меня на глазах убил мелкого пацана. Просто чтобы поржать. Я ничего не мог сделать. Подонка защищала корпорация. Прикинь, пиздец. Классика. Потом, конечно, кто-то шефу занес чемодан с баблом. И знаешь что? Во всех отчетах написали, что парень сам себе мозги вышиб. А, прямо у тебя на глазах. У меня тогда внутри сломалось что-то. Понял, что все. Не могу. А потом Эндрю не стало, и все покатилось. А больше друзей у тебя на службе нет? Ну вот, Петрова, Мендес. Петрова хорошая баба, но ей этого всего не объяснишь. А Мендес, вообще дубина. Он думает, что нам, копам, слабость не прощается. Но убили мальчишку, это жизнь. А кто раскис, тот сопля. Но про Эндрю ты ему рассказал. Тебе правду? Я много об этом думал. Короче, Петрова и Мендес знают далеко не все, и это к лучшему. Расскажешь, как погиб Эндрю? Не то, чтобы погиб. Он умер от старости. Ну, а что ты хочешь? Он на пару лет младше моей бабки был. От старости? В Найт-Сити? Да ему памятник можно поставить, чтобы весь город знал, что так бывает. Да, смешно. Достаточно урны в колумбарии. Выходит, Эндрю был тебе даже не друг, а почти как дед родной. Ну, не знаю. Не то чтобы дед, и он был вроде как, не знаю, ключиком к прошлому. Вот. Глядя на него, я вспоминал детство, бабулю мою, как мы с ней болтали, смеялись. В то время все было хорошо, понимаешь? И Эндрю, он был вроде как последний тому свидетель. Мендес просто нихера не знает о жизни. Предел есть у всех и даже у него. Просто он к нему еще не подобрался.